Итак, девочки, смотрите, вот мы с вами раскроили все детальки. И сейчас мы с вами приступаем к пошиву свитшота Вероника. Берем детали рукава 2 и деталь полочки. Скалываем вот таким образом булавочками. Можете сметать. Один рукавчик прикалываем и второй точно так же. И теперь обмотываем эти срезы на оверлоке. Таким образом стачиваем между собой детальки. Также я прокладываю вот здесь строчку на швейной машинке. Заутюжили швы на полочку вот таким вот образом. Теперь берем деталь спинки. Прикалываем вот таким вот образом. Получается, кладем лицом к лицу детали. И смотрите, делаем все как показано на видео. Тоже стачиваем, обмётываем на оверлоке и строчим. Заутюживаем на спинку. Таким вот образом. Теперь кладем детальки, получается, лицом к лицу. Скалываем булавочками по спинке. И опять обмётываем на оверлоке и прокладываем строчку на швейной машинке. Как показано на видео, вот таким образом скалываем. Еще раз повторюсь, можно сметать. Как вам удобнее. Итак, смотрите, вот я обметала, прострочила. И так у меня получилось. Заутюжили швы на полочку. Смотрите, с одной стороны и с другой точно так же. Теперь у нас с вами осталось обработать горловину, низ и рукава. Для этого мы с вами измеряем горловину, складываем свитшот вот таким вот образом, закалываем булавочками, фиксируем, берем сантиметровую ленту и измеряем, как показано на видео, точно так же. Измерили. И теперь вырезаем вейку горловины из кашкарсе. Так, вот такая бейка горловины у нас. Складываем ее лицом к лицу и стачиваем на швейной машинке. Потом шовчик делаем в разутюжку. Вот, смотрите, вот так должно у нас с вами получиться. Складываем бейку горловины вот таким образом пополам. И теперь ее притачиваем. Можно приколоть булавочками, опять же. Здесь мы наберем шовчик к шовчику. У нас здесь спинка с вами. И равномерно распределяем по горловине. Как показано на видео. Вот, смотрите. Все, распределили с вами. Теперь обмётываем на оверлоке. Но для начала, для нашего удобства, давайте вывернем свитшот наизнанку. Выворачиваем и строчим именно по кашкарсе. Вот, смотрите, вывернули. Вот. Такая у нас с вами горловина получилась. Ее мы с вами обработали. Теперь переходим к обработке низа изделия и рукавчиков. Опять же измеряем низ изделия, как показано на видео. Зафиксируем все булавочками.
Так, берем сантиметровую ленту и измеряем. Смотрите, 40 сантиметров. Теперь берем, вырезаем деталь корсе. Ее я вырезаю чуть уже, 35 сантиметров. Я вырезала ее. И ширина здесь 12 сантиметров. То есть в сложенном виде это будет где-то 6 сантиметров у нас. Так, смотрите, складываем опять лицом к лицу. Скалываем булавочками. И опять же будем с вами строчить на швейной машинке. Делать шовчик в разутюжку. Итак, девочки, смотрите, вот мы прострочили, сделали шов в разутюжку. Теперь складываем пояс пополам, вот таким вот образом. Сложили. Опять же, делим на равные части, ставим себе отметочки булавочками. Таким образом, то есть пополам, потом еще раз пополам. Так нам будет с вами удобно стачивать между собой пояс с деталью уже нашего с вами изделия. Итак, теперь берем и прикалываем пояс к нашему с вами свитшотику. Смотрите, вот таким образом мы с вами прикололи. Опять вывернем изделие наизнанку, обметом на верлоке. Вот, смотрите, у нас с вами вот так все получилось. Так, и теперь переходим к обработке наших с вами рукавов. Делаем манжетики, опять же измеряем. Здесь у нас получается 10 сантиметров, манжет мы вырезаем 8 сантиметров, чуть уже. И ширина опять же 12 сантиметров, как низ изделия, чтобы все у нас было с вами одинаково, равномерно и красиво. Опять складываем лицом к лицу, строчим и делаем шовчик в разутюжку. И манжеты будут у нас с вами готовы. Вот они у нас, смотрите. Складываем пополам их вот таким вот образом. Сложили один и второй и опять же равномерно прикалываем их булавочками к нашему с вами рукавчику. Соединяем шовчик с шовчиком, вот смотрите, и равномерно прикалываем. Сейчас покажу вам. Так, вот смотрите, прикололи. Опять же изделие выворачиваем наизнанку и обметываем на верлоке по кашкарсе. Смотрите, вот такой замечательный свитшот у нас с вами получился. Декор мы с вами сделали шнуром. Такие у нас манжеты, низ изделия, декор наш с вами. Здесь у нас, смотрите, с вами шовчик к шовчику. Все у нас идеально с вами получилось. Смотрите, такой свитшот для девочки умеренного объема. Вот, смотрите, здесь у нас бик горловины. Все, мы с вами шили, девочки, свитшот. Всем пока-пока!